вперше тут Дніпро приїхало, так що я з здоровою душою побачити і футболістів, і тренерів, з якими я працював, так що мені навпаки приємно. В Калії у нас постійно тут тренуються, так що ми раді бачити тут команди вищої ліги, так що з задоволенням. Львов, понятно, у вас тут как на ладони. Наблюдаете ли вы за СК «Днепр-1»? И как вы оцените, в принципе, выступление, премьерное выступление команды Михайленко в премьер-лиге? Почему? Потому что сейчас очень много критикуют, мол, были заявления о шестерке, это прежде всего болельщики, там какие-то специалисты, а Дмитрий Станиславович уверяет, что не все так просто. И это место, оно пока заслуженное. Ну, не все сразу робиться. Тому що багато молодих футболістів, є і ветерани, але вони, на жаль, старіють і нікуди від того не дінешся. На все потрібно час. Знаєте, хотілося, щоб зразу була шестірка, там єврокубки, але так не буває. Треба спочатку десь укріпити команду, то однозначно. А тоді можна про щось говорити. Ну, так команда почала досить так впевнено, набирала очки, але, знаєте, як і в кожної команди є провали, так що, якщо говорити про завтрашню гру, звичайно, і ФК Львову, і Дніпру потрібні залікові бали. Я думаю, що гра буде інтересна, тому що тут помінялися керівництво, я маю на увазі тренерський склад, і вони досить так непогано працюють, те, що я бачив. Так що гра буде непростою для Дніпра, але я так ставлю 50 на 50, тому що, в принципі, дві рівні команди. Кальвів добре проводить перші 30 хвилин, вони досить так бодро виглядають. На жаль, десь в другому таймі, як правило, сідає. Тому в Дніпра повинна бути така стратегія, я так думаю, щоб витримати ті перші хвилини, пізніше можна буде і подумати про виграш. Але ще раз повторюю, що я думаю, гра буде рівною. Команда знову во Львові, і от зараз в інтернеті вспоминають 2 роки назад, здесь, в этот же день, вийшли в полуфінал. Вспоминаєте ли тот матч, які емоції, прежде всего, парень, который решил ту судьбу, вспоминаєте ли його поплавку? Есть ли какое-то воспоминание о Львові, об этом клубе, о той игре? Ярики вспоминали буквально вчера, потому что приехали во Львов, как-то речь зашла за него, начали вспоминать, где он, оказывается, сейчас преподает знаменки, работает тренером по легкой атлетике. Некоторые из ребят с ним на связи, через соцсети общаются. Да, очень приятные эмоции. Приятно вспомнить тот день, конечно. Поменялись команды в УПЛ. В первом круге 3-2 проиграли. Вот с какими мыслями готовитесь к этой игре? Все ли здоровы? И, то, что можно поделиться, каким можно будет завтра увидеть Днепр? Приехали сюда с мыслями о реванше. Нам нужно продолжать тот удачный этап, который у нас есть, продлевать его. Хотим показывать агрессивную игру завтра, хотим показывать атакующую игру. Насколько это получится, посмотрим, покажет игра. По поводу травмированных, все нормально, кроме Сени Батагова. Все в строю и в хорошем настроении. Только что разговаривали с мэтром, и он, скажем так, дал какую-то наколочку, да, в том плане, что главное Днепру не пропустить на первых минутах. Вот наблюдаете ли вы за, скажем так, игрой Львова и насколько будет уделяться это внимание? Почему? Потому что вы постоянно говорите о том, что если сыграет защита успешно, да, надежно, то проблем как таковых может и не быть, да, вот как вот этот момент. Слежу я за игрой Львова, конечно, мы следим и замечаем какие-то изменения, которые появились в игре с приходом нового тренера. Просто надежная игра в обороне – это база, которая позволит набирать очки. Если у нас хорошо играет не только линия обороны, вся команда работает на оборону, если мы не позволяем противнику много, если мы не позволяем создавать опасные моменты, то мы себя увереннее чувствуем и в атаке, мы себя увереннее чувствуем и контролируя мяч. Поэтому это залог успеха, особенно в нашей сегодняшней ситуации, когда не все получается. Быстрый гол – это тоже одна из вещей, которую нужно, очень важно не дать противнику, потому что быстрый гол меняет игру.
сразу команда, противник может отойти, или добавляем им уверенности, поэтому на дебют, конечно, тоже будем акцентировать внимание.